Настасья Самбурская, как известно, тщательно следит за фигурой, не пропуская ни одной тренировки. В последнее время актриса еще больше похудела и достигла того веса, в котором была в 20-летнем возрасте. Сейчас Настасья все чаще предпочитает дерзкие наряды, которые подчеркивают ее подтянутую фигуру. В час ночи Настасья решила похвастаться новым нарядом. Самбурская предстала в небесно-голубом платье, которое оставило обнаженным ее живот и засветило зону бикини. «Самое время примерить платье к отпуску», – кокетливо пояснила Настасья. Поклонники сразу же осыпали комплиментами звезду. «Невероятная красавица, такое платье точно подойдет не каждой, очень смело, она наверняка без трусиков, такое платье не предполагает наличие белья. Я бы так не оделась», – пишут блогеры. Недавно Настасья Самбурская откровенно заговорила о наболевшем. Звезда раскрыла причину развода с актером, он поднял на нее руку и оскорбил. В ответ актриса получила немало положительных откликов, что ее очень вдохновило. «Девочки, спасибо вам огромное за такое количество тепла и любви», в ответ на мое интервью. «Самооценка взлетела до небес, обнимаю каждую из вас. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне было важно, чтобы меня поняли, услышали и поддержали. Теперь знаю, что не одна в этом мире, что со мной частичка души каждой из вас», – поделилась эмоциями Настасья.